стою в тупиком углу и боюсь обернуться. За моею спиной ревизор моих слившихся дней сверлит взглядом затылок он мой счетчик нервного пульса. Исполнитель закона, метатель холодных ножей. Много лет миновало, когда его встретил впервые. Я все понял, когда он меня заприметил в толпе. От него побежал он за мной, пробегал по жизни. И теперь я завел себя в место, где выхода нет. Эй! Метатель холодных ножей. Гораздо умнее меня и все это предвидел. На игральной доске все дороги заводят в тупик. Он раскрыл мое старое дело на нужной странице. Догадаюсь лишь, что он мне первой статьей предъявит. Он бесстрастно смотрел, стало ясно, что это не шутки. Прозвенела расплата по всем позабытым счетам. Он достал первый нож и тяжелой рукой замахнувшись произнес и наполнил словами блестящий металл. Ты мертворожденный, ты продавец, свершающий шкуры своей. Одиночество твое. Стоял надо мной моих слившихся дней ревизор. Я надеюсь, по этим вопросам мы квиты с тобою. Ты исправно привел в исполнение мой приговор. Детектив, проходя через жизнь, подберется к финалу, где преступник и сыщик по сути в